Они сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты... Ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Мы обязаны его сдержать.
Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Thank you.
Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка.
Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но, уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска.